Итак, мои друзья, здравствуйте. Мы в игре Sons of the Forest, и мы продолжаем. Единственное, конечно же, я учел ошибки прошлого выпуска, и я не пойду куда-то туда далеко. Я займусь укреплением базы и сбором каких-либо ресурсов. То есть нам нужна еда, нам нужна вода, нам нужно какое-то оружие, нам нужно немножечко базу обустроить. Поэтому, друзья, я никуда не пойду в этом выпуске. О, опять клееночка, да? Не-не, мне не нужна клееночка. Давайте, ну давайте растянем. Раз уж нас просят, окей, не проблема. Давай, расселай. Ох, вторая атака здесь. Давайте пособираем вообще здесь, что у нас. Вот, скотч, отлично, все. Надо по максимуму собрать. И пойдем на разведочку уже непосредственно в эти прекрасные леса, друзья. Так, значит, давайте, что у нас. А, вот еще кейсик. Еще кейсик. А, давайте ему, нам нужен костер. Мы сразу распалим костер. Иди сюда. Так, давай. Так, значит, возьми палки и брось. Не, не здесь. И иди за мной и отдай мне. Брось. Ну, брось здесь. Окей. Пойдет. Брось здесь. Он сейчас покивает. Да, да, все сделаю. Без проблем, чувак. А мы идем собирать. Так, значит, что у нас? А, вот еще кейсик. Давайте, ребятки. О, классно. Зачем нам, правда? Нет, это ладно. Изолента хорошо. Я предполагаю, да? Мы сейчас узнаем, вот зачем изолента. А, кстати, она много где используется. Копье, костяная броня, самодельный лук, техброня. Да, ну зачем нам так? Все, пока туда. Но у меня большой вопрос, зачем нам вот только что я подобрал, а вот это... А, нет, вот это вот зачем мне? Смола для принтера. То есть здесь теоретически где-то будет 3D принтер, и мы сможем что-то напечатать. Прикольно, прикольно, хотелось бы, друзья. Так, все, давайте, не медлим, что мы сейчас делаем. А мы ничего не делаем. Так, здесь у нас все, ничего нет. Мы здесь поискали. Давайте еще что-нибудь где-нибудь найдем. А нет, все. Ребятки, вот, он собирает палочки. Какой молодец. А мы давайте попробуем. О, отлично, отлично. Так, конечно, нам бы кого-то словить. Рыба, что у нас по рыбе? Есть рыба, нету? Ага, у нас есть рыба, друзья. Кстати. А, ну попить, обязательно попить. Мы хотим пить, мы хотим есть. И, в общем, много чего хотим. А рыбу, интересно, можно ловить, нельзя? Копье сделаем, ща узнаем, друзья. Так, копье. Давайте, что у нас там было? Ну, ой, не-не-не-не, стоямбочка. Ножик давайте. Ножик этот и что? А, и копье. Копье. А, и палки. Две палки, чувак. Чувак с палками, ты где? Иди... О, иди сюда, друг. Иди сюда, мой родной. Я скучал. Так, иди за мной. А, все, он палки кинул. Даже не пришлось ничего ему говорить. Спасибо. Я пособирал палки. Не-не-не-не, подожди, подожди, еще не все. Так, значит, возьми, очисти, сделай перерыв, стой, постой, возьми палки и брось здесь. Все. Чего? Ну, извините, мы ему потом отдадим отдохнуть. Да-да-да. Собирай, все, молодец. А мы сделаем как копишка. Попробуем рыбку какую-нибудь зафармить. Так. Так, по-моему, изоленты было больше. Ну ладно. Этот и где-то у нас вот здесь у нас. Раз, два. Давайте подсветочку. Ох, для такого дельца грех не включить. Все, что, вот так? Ребятки, полноценное копье. Я надеюсь, его собирать можно, оно не одноразовое. Ну-ка. О, оно не одноразовое. Класс, друзья. Точно, оно не рассыпается. А, где оно? Ок, ок, ок. А, вот оно. Рыбку. Давайте попробуем рыбку. Я не знаю, получится, не получится. На костре ее потом зажарить. Но мы попробуем. Возможно, я сейчас просто делаю лишнюю работу. Но я надеюсь, что у меня все получится. Давайте поручу. Возможно, вверху они же стремятся. Оп, оп, что-то где-то, да? Какой-то всплеск был. Ну ладно, мы идем дальше. Мы прям в ручье идем, друзья. Вот так. А, хочешь поймать рыбу? Стань рыбой. Что мы сейчас и делаем, друзья. Давай, давай, где наша рыбешечка? Вот почему, когда не было копья, это в принципе в жизни всегда так. Рыбы вообще куча. Как только Гирик тут нашел копье, сделал. Все, ни рыбы, ни зайц. О-о-о-о. Стоп, ребята, а это уже... Не, здесь полноценный лед, я проверил. Став на него, если честно. Ребятки. О, хрустит. Смотрите, мы до чего-то добрались. Это у нас... Ох, блин, блин, жалко. Это, видите, на лыжах кто-то ехал и не доехал. Палатка, то есть они здесь жили, здесь пита...
Нет, ну, с одной стороны, я очень рад, что, потому что мы здесь нашли, можно нам убежище, веревки. Ребят, сколько всего? Стоп! И пленочки. Короче, я надеюсь, что с ними ничего не случилось, а просто они куда-то ушли, а им это просто не надо, поэтому мы сейчас пособираем. Ого, консервный нож. Новая инструкция для изготовления изделий. Ша. Какая новая инструкция? Самодельный... О, лук, друзья. То есть, две этих, веревка и еще какая-то фигня нужна. Не вопрос. Лук, а... Не, ну копье это копье, а лук это... А стрелы же нам еще нужны. Ну, хорошо, не вопрос. Оп, бутылка водки. Это нельзя подбирать. Можно. Бутылка, бутылка. Ну, пригодится. По-любому мы собираем по максимуму, друзья. Я хочу сделать себе классную, классную базу. Убежище с забором. Со всякими складами. Ну, это же действительно классно. И мы к этому придем. А, как-то и немного полутали, да? Давайте здесь все сейчас. А, ну вот веревка ценная, я так понимаю. Денюжки тоже собираем. Тканька. Да нет, очень много на самом деле. Бутылка водки. Ребятки любили выпить. Извините, ребятки, может быть, это вас и погубило. Так, как вот это положить? А, все, вот это положить. Несколько инструкций. Ага, что еще за инструкции? Мне интересно почитать. Коктейль Молотова, кошачьи консервы, самодельный лук, факел. Вот факел, кстати, может пригодиться. А эту можно? Мы можем выпить? А, нет, ее только объединить. А, ну, естественно, нам же коктейльчик нужно сделать. А, денежку пос... Ну, ребят, по-моему, мы нашли очень много. Сейчас наш тот чувак палок насобирает. Мы что-нибудь обязательно намутим. Так, давайте еще раз обыщем. Не, очень классно. Классно, ребят. Вообще суперское место. А, да так... Тут еще пещера? Серьезно? Это что? А, друзья. Все-таки с ними что-то случилось. Вот он. Этот, Фу, скелетик. А, тут и ничего и нет, кстати. А, нет, есть бутылка водки. Он нас покинул с бутылкой водки. Ля-ля, так. А, все, больше ничего. Ходов точно нет. А то они так замаскированы. Хорошо, секунду, я не сдаюсь. Нет, все-таки да. Все-таки это все. На этом наше путешествие закончилось. Так, вот это давайте. А, да, видите, что это? Во, вот где все. Ткань, консервы. Во, я из ткани хочу факел сделать. Мне интересно, как это здесь сделано. Так, давайте. Опа. О, да нет, на самом деле отлично даже мы сходили, рыбку словили. Хотели словить рыбку, а нашли консерву из рыбки или из чего-то. Поэтому, друзья, это просто супер мы сходили. Так, озеро, конечно, классное. Хрустит прекрасно. Давайте вот мы пришли туда, но пойдем сюда. Ой-ой-ой-ой, куда ты, заяц, куда? Короче, пока я... иди сюда, родной, ты иди сюда. Иди сюда, мой... Прости, я не люблю никогда в жизни этого делать, но это игра, ребят. Ох, мой первый зайчик. Давай иди сюда. А, нет, нет, не ешь! Не ешь! Я случайно подержала, не взял. Не ешь! А, он не съел. А где тогда мясо? А, во, мяско, мы его пожарим обязательно. Значит, сейчас мы идем и жарим, трющим наше мяско. Все, друзья, давайте. А, рыбку, рыбку я еще хотел попробовать. Давайте пока будем... А, это что? Тут я смотрел, еще какие-то могут ходить враги. О, наш чувак. А если мы в него сейчас запулим? Не, не будем. Это что? Какая-то палка, да? Палка коллект. The genius. Потом соберем дом. Я хочу себе... О, иди сюда, зайчик. Прости, прости. Я не люблю... Ох, зайчик. Реально извини, ну... О, рыбка, рыбка. Ну куда ты? Я уже хотел рыбку словить. Так, все, ребят. Значит, что мы сейчас делаем? Обязательно костер, обязательно. О, давай, тихо-тихо-тихо. Да тихо, ты не мешай, что ты сюда. Тихо-тихо-тихо. Ну, такой. А, наверное, ее нельзя ловить. Они. А, нет! Рыбку можно ловить, друзья. Вот это класс. Это класс. Так, у теперь нужно. Так, а я ее куда дел? Куда я ее дел? Раф мясо. Ра... Не, рыба меня интересует. Вот я словил. Рыба. А, вот, рыба коллектит. Где она? А, вот. Ребята, рыбку пожарим. Вот это. Кто-то говорил, типа, в зиме выживать сложно. Вообще не... О, граната. Хо-хо. Вообще не сложно. Мне кажется, я только что налутался. Просто можно жить тут месяц играть в эту игру, и все хорошо будет. Так, костер. Костер. Мне по-любому нужна зажигалка.
И какие-то эти, где-то, о, палочки. Вот, да, вот, так это работает. Все как в жизни. О, ребята, класс. А если встать? Воу, это была ошибочка, не делайте так. Воу, я прям чувствую его. Да, тихо ты, все уже, не больно, не при... А, потушиться. Срочно, срочно. А, он уже потух. Ну, Гирик тут, как всегда, пока додумался, что надо делать, уже как бы все. Ну что, пожарим рыбу, мы как раз кушать хотим. Пить мы не хотим, хотим кушать. Давайте возьмем рыбку в ручку и попробуем пожарить. Куда? Да, я не хотел ее есть. Чувак, блин. Ты что наделал? Я хотел пожарить. Да я не хочу есть сырое. Как пожарить? Серьезно? Ты можешь пожарить просто? Я не хочу есть. Здесь есть только съесть. Ну, все, он просто берет и ест. Зачем я костер такой палил? Хорошо, как на костре пожарить? Давайте подойдем к костру. Хорошо, у нас есть одно мясо, может быть, вот так. Все, я уже есть не хочу. А вообще вот, а деньги что? Тоже можно? Реально их можно использовать как подпитка к костру, ребята. Вот это да, вот это классно. Мне уже начинает нравиться эта игра. Я чуть больше начинаю понимать. Я надеюсь, вы со мной тоже. Потому что первый ролик посмотрели, вообще особо просмотров не набрал. Но да ладно. Я надеюсь, хоть кому-то это будет интересно. Если ты досмотрел до сюда, отпиши, пожалуйста, в комментарии, что Гирик тут. Я с тобой, я досмотрел, и все будет хорошо. Гирику это поднимет настрой. О, палки, палки, палки. Я заметил... Ого, ничего себе он насобирал. Вот это да. Давайте пойдемте что-нибудь построим. У нас есть инструкция, как мы можем что-то построить. Я хочу забор. Вот эту вот нашу территорию, да, я хочу обнести заборчиком. Единственное, мне, конечно, жалко моего этого чувачка, который ходит, просто палки собирает. Он даже не поел. То есть, ну, абсолютно мы бесполезны для него. Поэтому так, ребятки, он погас, ничего себе, он может гаснуть. Его надо как-то, я не знаю, поддерживать, да, получается. Ага, как я это сделал? А, вот так, то есть такой быстрый, быстрый. А что у нас, хорошо, мясо? А, то есть кто... Что у нас лежит вот здесь? Да нет, не похоже. А, вот мы рюкзак. Добавить предметы можем. А, так шикарно, классно. Что я хотел? Я хотел посмотреть на Би, как сделать забор. Давайте посмотрим, как сделать. Так, огонь. Нет, мне нужны конкретно, друзья мои, постройки. Нет, не это. Дом на... Да нет, никакие не, до... не дома, убежище, капканы, дом на дереве. Хранилище. О, хранилище камней, палок. А, кстати, ничего себе. А давайте сделаем хранилище палок, друзья, потому что, чтобы он сюда их и складировал. О, вот это да. Все, и теперь мы можем сюда поскидывать свои палки. Вот это ничего себе. Ну, я опять пока заберу. Так, иди сюда. Иди сюда, теперь ты будешь носить палки туда. Ну, я надеюсь, что ты поймешь. Да, кидай, кидай. Так, стоп. А то он их вообще раскидывает, а бы как? Давайте его попробуем. Ну, смотрите, он просто покидал рандомно их. Все, они помещаются. Иди сюда. Иди сюда, мой дорогой друг. Иди сюда, мой верный друг. Так, куда ты убегаешь? Стоп, стоп. Опачки, стоямбочка. Иди за мной. Да, просто пока иди за мной. Мы ему сейчас дадим отдохнуть. Палок он достаточно собрал. А потом дадим задание ему собрать палки. Пусть он туда сразу их складирует. Классно бегает. Хороший, хороший помощник. Поэтому, друзья, смотрите, первая моя постройка готова. Иди сюда. Вот, видишь, я сюда скидываю. Давай, давай. Давайте мы ему сейчас, как и обещали, дадим отдохнуть. Возьми, постой, стой, следи. Так, возьми, иди за мной, возьми, постой. А, построй. Стой здесь. Стой в укрытии. В каком укрытии? Вот сюда он пойдет, да? Ну что ты стал? Да не, ладно, подождите, что-то не то. Возьми, постой, стой. Постой, построй, стой. Возьми палки. Иди за мной, возьми предмет, очисти. Сделай перерыв. А, сделай перерыв. Все, отлично, пускай отдыхает.
Кто-то кричал. Давайте посюда. Все, отдыхай. Не, никого нет. А, тем не менее... Ой, нет. Мне интересно, как построить забор. Давайте найдем инструкцию. Возможно, она вот в этой, ну, другой части. Базовый пол. Стена, дверь, окно, порог, базовые палки, крыша. Где забор? Подпорки, кстати, вот лестница, рампа. Вот, стоп, защитная стена. Замок двери, кстати. Просто из обычных бревен, получается, делаю. Двери, веревки. О, веревкой перематывать, чтобы быстро получается прочнее. Веревочный мост. Ничего себе, дрова. То есть мы колем и все. Вот нам можно подпитывать костер. Палатка. Смотрите, друзья, очень много. Просто... кстати, вот как усиленный. А, камней положить надо. Классно. Все. Я, в принципе, с большего вник. А где-то я видел из маленьких палок забор. Фух, он меня постоянно пугает. Смотрите, какие есть классные дома. Ну, где-то я видел забор полноценный. То есть, вот, кровать, стул из костей, факел, деревянная скамейка. Ну, видите, кто-то кричит, но мы не боимся. Пока, по крайней мере. Хранилище костей, сушилка, манекен, полка, настенная полка. Ничего себе, сколько всего. Ловушка, садок. Где простой забор? Вы серьезно? Такой какой-то, помните? Или это вот этот заборчик был? В общем, да ладно. Погналите, давайте. Так, хранилище мы нашли. Мы точнее сделали. Давайте сделаем, попробуем сделать. Порубить и сделать стены. Точнее, не стены, а забор. Где наш топор? Вот, топорик вообще классная вещь, практически незаменимая здесь, как мы можем видеть. Давайте, погнали. Так, рубится, отлично, отлично. Все, давайте вот так по кругу. Смотрите, а как его заставить таскать? Ну, смотрите, сколько бревен. А самому таскать, ну, не особо интересно. И он еще по две штуки только берет. Почему-то. Понимаете? Так, давайте сделаем такую обрешеточку. Интересно, как долго мы ее будем делать? Нет, не ложи, не ложи. А как я, вот если помню, я поставить хочу. А, вот, все. Все, и вот так вот я хочу, видите, забор делать. И все, вот. Просто долго будет именно вот по двум бревнам носить. Как сделать, чтобы я мог носить кучу целую? Вот так бы я хотел сделать. Ну да ладно. В общем, как сделать забор, мы, в принципе, у нас уже есть понимание. Давайте будем, вот где здесь обрыв. И вот так вот будем к обрыву потихонечку двигаться. Ага, видите, получается. Но это очень долго. То есть, ага, как-то я видел, прорубать можно здесь. Что это? А, вот так обрыв. А, ну видите, здесь показано. Красиво. Делает красиво. Как-то, да, вот так вот можно. Так. Это понятно. Я делаю красивый забор. Оп. Смотрите, получается симпатично. Симпатично. Вопрос просто, что долго. Это уже другой вопрос. Поэтому, друзья, уже какие-то задатки есть. Так, что он зовет меня? Да нет, просто стоит. Дорогие друзья, это я здесь изучал просто постройки дополнительно и понял, что, наверное, давайте мы построим дом. Вот такой небольшой бревенчатый дом. Смотрите, он действительно небольшой. И что в планах? Смотрите, вот здесь вход у него, да? Секунду, я его вот так поверну для строительства, да? Вот так вот. Отлично, да?
Ага, можно вот так его разрушить, да? А в чем суть? Суть в том, что мы построим этот дом, а потом, если я уже научусь хорошо строить там свои всякие объекты, да, там двухэтажные дома, я потом это как-то обыграю вместе с этим домом. Но нам в любом случае нужен дом. Поэтому, друзья, давайте мы все-таки его построим сейчас. Вот он, небольшой домик. Вот так вот мы бахнем. И нужно половины, три четверти. В общем, вот нужно нам натаскать всяких этих досочек. Давайте мы сделаем это. Кстати, вот отсюда, да, уже мы можем разобрать, нет? Наверное, нет. О, чешет репу, смотрите. Сейчас мы здесь давайте попробуем. Конечно, может быть, долговато будем собирать. Ох, какое большое дерево, друзья. Очень большое. Интересно, его можно заставить это делать? Сейчас мы к нему подойдем. Хорошо рубится. Правда, долго будет. Смотрите, сколько. Сколько нам предстоит сделать. О, хорош. Давай, 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 давай. Оп, подлагало, подлагало. Класс, давайте попробуем поносить. Ах, зря, зря. Давай, сейчас. Оу, вынес. Возьми предмет, очисти. Так, сделай перерыв. Стой, постой. Возьми палки, возьми рыбу, возьми бревна и... Иди за мной. Ну хорошо, давай попробуем. Давай попробуем конкретно по бревнам, не по палкам, по бревнам ему задание. Давай, 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 вот понял. Собирай бревна, чувак. Будешь вот так со мной ходить на дело. Да, действительно, вот так дело пойдет быстрее, друзья. Правда, да, действительно. Давайте посмотрим, как сейчас будет это происходить. О, пошло дело, друзья. Пошло дело, ты где? О, а он по одному, да, носит? Ага. Не быстро будет, не быстро, друзья. Ну ничего, нам по-любому нужен дом. Поэтому обязательно мы это закончим. Пошли, 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 пошли. Оп. Все, сейчас будет красивый, суперский, сочный дом. Все, он и так бросил. Просто подбираем и несем. И несем, и у нас будет свой собственный дом. Так, куда он ее повесил? А, вот сюда, все. А, неужели... А, вон он еще взял. Неужели действительно так медленно это все будет у нас происходить? Кушать, пить мы не хотим. То есть, чтобы построить дом, вы представляете, сколько времени? Реально столько нужно убить? Ох, смотрите, как классно наблюдать вообще, как рубится, да? Прям по таким кубикам. Да хватит. Оп. Так, а как сделать, чтобы я мог три взять? Было бы хорошо нагрузить много-много штук и сразу это все занести. Так, куда он сейчас будет класть? Ну, по кругу, понятно. Ой-ой, хорошо, 40 осталось у нас больших. Немало, друзья, мы только... Ого, он еще и прыгает, нифига себе. Он в меня миксанул, друзья. Так, собираем и строим наш домичек. Ну, ребят, потихонечку, помаленечку. Это становится похоже на дом. Поэтому, да, первый дом мы строим вот в таком автоматическом режиме. Следующий дом мы будем строить уже сами. Продумывая там лестницу, там вот это вот всякие ходы сделаем. Его не квадратным, а с такими туннельчиками. В общем, будет... Еще же, понимаете, можно вот туда сделать. Сделать подпорки. И то есть, чтобы он у нас со скалы как свисал. О-о-о, вот это будет классно. А вот это можно что-нибудь с этим сделать? Нет? Не, уже ничего нельзя сделать. Давайте подальше немножечко. Щелк, щелк. Ой, хорошо рубит. Ой, хорошо рубит, родной. Кстати, повеселее, чем голодный, походу. Правильно? Ой-ой, как долго. А с другой стороны зайдем. Ого, сейчас все будет. Не переживай, все будет хорошо. Все, вот. И размах побольше. Давай, 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 чуть-чуть. Вот, все. Пошло, пошло. Ай. Пошло, дорогие мои друзья.
О, смотрите, тащит. Вот это молодец, вот это он. Ребят, я надеюсь, мне ни одному нравится, что происходит. То есть мы строим полноценный дом. Видите, сколько еще осталось? Давай, давай, кидай. Молодец. Возводится стена. У нас еще есть... Не, фонарик вообще, это самое нравится, что... Топора, чего-то помощнее же мы не можем пока сделать. Что мы еще можем с ножом сделать? Давайте посмотрим, друзья. Копье пока только. Ну, ладно, не горит. Хорошо, мы можем вот эти вот наши снова срубить. А, да, кстати, в половинчатые, ребятки. Очень хорошо заходит в половинчатые. Давайте-ка, ну-ка сюда вот сейчас, вот маленькая это, да? А, нет, нам только большие пока нужно. А как переключиться? Никак, только большие, получается, носить нужно. А в чем прикол? Как выбросить теперь? То есть вот такой небольшой прям дом будет? Ну да ладно. О, давай, кидай, кидай. Как раз мне это нужно. Супер, давай. Такие крутые ребятки. Класс. Так, что у нас? Давайте... А, вот еще много. Зачем срубливать? Все, собрали. Видите, потихоньку-потихоньку он помогает. Да, давай, не сюда. Вот, смотри, мы дом строим, он даже не понимает. Кстати, можно вырубливать потом окно. Мы обязательно вырубим окно, друзья. Что ты делаешь? А, попить? Давайте попьем немножечко. Хорошо, что здесь еще водичку не нужно кипятить. Хм, так бы было, конечно, посложнее. А так, подошел, попил, и все. Вроде бы и жажды нет. Большое дерево. Большое дерево. Хотя рубится, смотрите, очень легко. Почему так, непонятно, друзья. Ой-ой-ой-ой, прости, ты же мне помогал. Прости, чувак. Прости, ну ты сам под руку влез. Давай, да помогай. Ну, ого. Вот это помощник, ребят. Вот это он, конечно, класс. Да все, давай, давай, не мешай. Я с этой стороны стану, а ты руби там. Сейчас мы это здоровенное деревце как надо повалим. Вот так, пошел. Все, классно. Все, чувак, пошли носи. Давай, давай. Он уже понял, я думаю, что мы строим дом. Он нам активно помогает. Он даже туда приносит. Поэтому я думаю... Я думаю, что все будет хорошо, друзья. Куда он? А-а-а. То есть он через ручей так бегает. Классно. Гениально, друг. Гениально. Интересно, вот эти деревья, которые мы посрубливали, они восстанавливаются или все? Срубил, и здесь уже ничего не будет. Так, сколько у нас еще собирать? Ой-ой-ой-ой, сколько нам собирать. Давай, тащи. А, я устал, походу, да? Не бежится им. Ой, он туда бросил. Ну, ничего страшного. Так, вот. Вот этот взяли, и давайте вот. О, смотри, дерево большое было, вот там еще. Давай, иди собирай, молодец. Он, видите, через ручей перекинул. А, все, он в воду упал. Ничего, смотрите, как красиво там. Смотрите, сколько воды. Супер, супер. Прям мне начинает нравиться наш миленький домичек. Эй, ты где, чувак? Давай, давай, срочненько мне это бревно кидай. Воу, не в меня. Погнали, все, давайте дальше доделаем сейчас. Мы много сделали. 25 осталось. В принципе, у нас процесс идет достаточно резво. Ну, как резво? Не скажу, что прям резво. Давайте, вот это у нас еще здесь валяется. А, палочки валяются. Супер. Все, больше больших нету. Ну, ладно, давайте это хотя бы принесем. Так, все, бросили. О, супер. Темно, нам бы, конечно, поспать. Давайте немножечко. Здесь мы еще не можем, естественно, поспать. А вот здесь, в принципе, можем сохраниться. Давайте сохраняемся. Так, ну, в принципе, давайте здесь, нормально. В принципе, хорошо, мы идем. А, ну и обязательно поспать. Я. Спим. О, смотрите, сразу светло, отлично. А, мы голодны, ничего страшного.
О, поставили, пускай пока здесь стоит. Кстати, тоже как мини-заборчик. Так, значит, нам нужно попить, давайте, и покушать обязательно. Покушать у нас есть мясо, кстати, еще. Давайте мы его на костре. Кстати, нужны камни, чтобы укрепить. А, во, еще, ребят, полено плавает. Это он такой. Он еще несет, надыбал где-то. Так, значит, камни нужны, укрепить костер, чтобы он горел. А, где эти камни взять? Где-то были, где-то мы их находили, но где-то, наверное, когда мы в прошлом выпуске ходили по тропикам. Поэтому, да, здесь не знаю, будут камни, не будут камни. Конечно, не помешало бы. Так, а как-то мне дрова можно делать? Помните, да, были у нас дрова. Так, секунду, костер, вот костер, да. Так, платформа, это нам не интересует, не интересует, не... Эх, ладно, вот так, давайте пробуем сюда. Да. Вот, костер. Так, огонь, это мы знаем. Усиленный мы знаем. Огонь на подставке. Лампа из черепа. Постройки из палок. Оп. Забор. Забор. А, то есть мы просто берем... Вставля... А, ну все, в принципе, забор классно делается. Маленький забор. Базовый пол, отлично. Обычная стена, дверь. А, ну дверь вот тоже прорубаем. Видите, окно тоже прорубаем легко. Это все прорубаем. Так, а где я видел? Где я видел? Как нам заготовить сами дрова? Так, сейчас найдем. Так, ну это базовый пол, обычная стена, дверь, окно... Порог, базовые палки, крыша. Ну, это все, в принципе, логично и понятно с большего. Тем более, мы еще до этого не добрались. Замок двери, веревочка, веревочный мост. А, вот, дрова. Смотрите, вот так мы вложим, рубим, разрубливаем. А, и потом это... Дык-дык-дык. Давайте проверим. Кстати, вот у нас как раз так сейчас лежит. Давайте раскладываемся, берем наш топор. Кстати, топор максимально полезная вещь. Вот, вот так. А, все сейчас вот такими мелкими... Да, разрубками, видите? Оп. Все, ребят, у нас есть дрова, мы сейчас сделаем... Ну, давай, давай, разрубливай, не ленись. Вот, пошел процесс, друзья. Все, смотрите, то есть у нас уже есть, ну, не половина дома, одна треть дома. Мы знаем, как делать. Сейчас, кстати, костер сделаем. Вот мы знаем, где палочки. Давайте возьмем зажигалочку и сделаем классный костер. А где зажигалочка? А вот, ну это ж не... А, вот, зажигалка. Реально зажигалка. Так, и в одну руку нужно взять палки. Давайте эту фигню положим. Все, возьмем палки. Так, костер, ну, в принципе, вот здесь хорошее место. Все, оп, накидали. Накидали. Сейчас подождем. У. Так, окей, как его подпитать дровами? Вот я хочу взять дровчик. Могу я сюда... О, ничего себе, ничего себе, я подкинул дрова, друзья. Или это он просто, оно он будет гореть? Давайте еще подкинем, у нас, в принципе, ну, не жалко дров. А, нет, он, походу, просто кидает. То есть, это не связано. А, вот как, а-а-а, вот как, то есть, да, все, все, не заметил, друзья. У кого-то бомбануло, где еще, давайте. Накидаем, сейчас что-нибудь пожарим. Петру нашему дадим. А, все, подкидывать нельзя. Ну, хорошо, полежи там пока. Ничего страшного. Так, мне нужно палочку. Давайте скинем сюда наши палки. Ого, у нас их чуть пособираем. А, так, джип прячем. Мне нужен мой, этот... Как это называется? Копье. И сейчас словим рыбки, чтобы мы нормально поели. Есть. Все, уже у нас. Есть, уже у нас. Ах, носик зачесался. Все, давайте пожарим рыбки. Как это вот так вот я делаю? И у нас здесь просто наша рыба. И вот мы... Ох, давай, 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 малышечка, жарься, жарься. П закрыть. Хорошо, как понять, что она прожарилась? Я ее вообще не вижу. Ой, да не, я заспать не хочу. Рыба коллектит. А, ничего не поменялось.
Давайте еще закинем. Все, давай, иди чиль. А, ну вот у нас какие-то значки. А что они значат? А, ну возможно они значат, когда приготовиться. Давайте подождем. В принципе, действительно, в жизни тоже так быстро ничего не жарится, друзья. Поэтому давайте подольше подождем немножечко. Главное не... Оп, а что это? А, это наш чувак. А, он рубит, ребят, он рубит и носит сюда. О, молодец, мы пока сейчас покушаем. Ну, долго она еще будет жариться? Ладно, давайте мы пока покидаем. Он сюда все равно наносит. Какой молодец. Ой-ой-ой, без помощника я не знаю. А, все, нам такие не... Нам нужны какие? А, получается как-то их... Давайте топором. Как-то край вот так нам нужно обработать, да? Что с рыбкой? Ну, еще вроде не готово. Да подожди, чувак, у нас тут какие-то проблемы. Вот так вот, да, наверное? Чисто отрубили. А, воу, сколько много. Все, да, я теперь понял, как делать. Нет. Как положить? Кидай, 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 друг. А, это половинчатая. Она, в принципе, сюда не пойдет. Во, во, во. Только принес свежечку. Да стоп. Все, вот это мы берем и несем. Смотрите, так, что по рыбке? Вообще непонятно, что по рыбке. На самом-то деле. Давайте посмотрим, где наша... Ой, да как где рыба? Ну, хорошо, давайте мясо закинули. Вот оно жарится, да? Пускай, предположим. Мясо коллектит. Но оно такое же, оно не пожаренное. А, ну ладно, съедим сырое. Ничего с нами не... В прошлый раз не стало. А, нет, видите, мало прибавилось. Печаль, видите, не умею. Ой-ой-ой-ой, в костер, воу, на опыте. О, хорош, хорошо. Все, друзья, видите, балуюсь, балуюсь. Так, вот это что, я не могу никуда закинуть. А, вот он еще принес. Какой молодец, вот это молодец. Отрубил, так, коллектит. А, нет, нам такое не надо уже, нам какое-то нужно. Вот такое маленькое получается, правильно? Нет. Подождите, есть, знаете, предположение, что вот это вот... Так, а как разобрать? Вот, все, разобрал. Так, вот это вот не подойдет. Это самое большое. А, нет, просто целый. Нам нужно точно фундамент, друзья. Фундамент. Все просто, все легко и просто. Фундамент, пол. А, давайте его немножечко под... Так, это уберем. Немножко подпитаем. Вот у нас есть здесь дровишечки. А, нельзя? Прикол. Почему нельзя? Уже вроде как и не такой яркий. Все, отлично, ладно. Нельзя так нельзя. Где ты? Где ты? Давай, бросай, бросай. Только не в меня, опять сейчас. Нет. Но, я же говорил, опять в меня. В принципе, я не удивлен. Я не удивлен вообще ни секундочки. Фундамент. Оу, друзья, друзья. Вот это будет, конечно, у нас не дом, а пушечка. О, зайчик, зайчик. Ладно, потом, потом. Мы сейчас занимаемся... Хотя покушать бы не помешало. Ну, потом выйдем на охоту. Кстати, нет, кушать мы хотим. Выйдем на охоту, все себе приготовим как надо. И камней нужно обязательно собирать, потому что, видите, какой-то он ущербный наш этот. О, что, сделали пол? А, почти, почти, еще последнее. Давайте сейчас. У нас нет. Устали и кушать хотим. Нету нам ни мяска. Мяско куда-то тоже... А, мы его съели, но сырое. Сырое, скорее всего, дает меньше, чем полноценное. Так, оп. Давай, 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 скидывай. Скидывай. Ох, обезопасился. Обезопасился. Так, давайте. Опачки, опачки. Бросай. Все, отлично. Что нам еще надо? Что? Костер прямо здесь? А не сгорит ли наш дом? Ну
Ну ладно, там пусть, пускай видно баг какой-то. Горит где-то внутри, я думаю, что ничего не случится. Этот все валит так некрасиво с этими пнями, друзья. Да, видите, ну чисто баг какой-то. Так, что нам нужно? Нам нужно еще большие, как будто, да? Погнали. О, ой, иди сюда, давай, мы сейчас как раз... А, нам покушать обязательно. Давай, бросай. Все, давайте быстренько сейчас проверим нашу... Ага, вот сюда еще кладем. О, птичку бы, конечно, словить. А, вот, кстати, давайте, что здесь интересного? А, кстати, для лука, для электрошокового арбалетный. Кстати, да, достаточно много мы чего насобирали. Классно, 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 классно. Оно сюда прибавляет. Бежи, давайте сохранимся, потому что мы и так очень многого уже здесь достигли, друзья. Сейв. Сейвимся прямо здесь, потому что, в принципе, все хорошо у нас. Итак, друзья, уже, наверное, выпуск ближе к часу, поэтому в следующем выпуске мы доделаем наш домик. Займемся забором, я правда еще не знаю, вот таким большим, высоким забором, да, или у нас будет вот такой мини-заборчик декоративный, это мы еще с вами решим. Спасибо всем, кто смотрел, в следующем выпуске мы достроим дом, поохотимся, какой-нибудь надыбаем еще оружие и сходим, ну, сходим, возможно, уже в четвертом выпуске по карте на какую-нибудь из точек, потому что смотрите, сколько... А, кстати, вот так масштаб меняется, да? Смотрите, сколько всяких точек нам по-любому нужно туда сходить, запастись оружием, водой, едой и в путь. Поэтому, друзья, всех обнял, всем пока.